все засыпало. А еще сейчас мы будем поздравлять Настю с днем рождения. Он был у нее вчера. Вчера ее не было в вузе, поэтому сегодня. Вот. Все, я сниму, покажу. Погасила свечи, загадала желание. Давай, загадывай. С днем рождения! Это вот. Надеюсь, это очень понравится. Раскрывай, раскрывай, раскрывай. Это на хоккей. Переверни. Да, переверни. Два мастер-класса. Да. Один из них пятница, поняла? Добро пожаловать в Выборг! На том рынке, который я вам показала, я купила такую вот шоколадку. Она вроде бы как из Германии. Честно не знаю, но это был рынок всяких финских и, в принципе, европейских товаров. Будем оценивать вкус. В общем, пряная. Такая. Похоже чем-то на Милку с туком, но нежнее гораздо, и печеньки уже помолотые. Очень прикольно. Так что если найдете, советую брать. Darling, I'd wait for you, even if you didn't ask me to. Сегодня в Питере просветление. Сегодня, по-моему, 6 апреля. Немножко начинает светать опять. Вот. Но держим кулачки и скрестим пальцы, чтобы хотя бы к середине апреля вся эта каша ушла наконец. Вот, закупились, наверное, в воскресенье. Сегодня уже второй день, как тепло. Солнышко светит, красота, да и только. Вообще. И
не вижу, что я снимаю, если честно. Просто что-то снимаю. Вот такие вот мысли за красивые. Солнцем освещенные. Куда мы собираемся? Пришли в Макдональдс, а я опять в Минск. Не, опять основа. Ну да. Путешествовать. Вот у меня носки. Смотрите, носки, носочки, носочки взял, чтобы не вонять, ходить, развиваться спокойно во всех домах, отелях, хостелах, в которых я буду сегодня и завтра. Вы ж только в одном. Но тем не менее, буду уверенно развиваться. Ну да. Видит, говорю, что очень горше на самом деле, что он уезжает, потому что его не будет с ним рядышком на мой день рождения. Но обстоятельства вынудили так сделать, другого времени нет, поэтому что поделать. До дня рождения осталось 2 часа. В предвкушении уже своего тортика долгожданного. Сниму какой-нибудь мини-видос в честь день рождения. А пока я смотрю сериал, чилю и чувствую себя вполне себе хорошо. Думала, что буду гораздо сильнее грустить, переживать и так далее, но в принципе полностью нормально. Так что надеюсь, что мой день рождения пройдет хорошо, мне все понравится, и я буду счастлива. Это самое главное, поэтому увидимся в эфире в 00:00. Или что? Я вот себе вырезка. Первый раз делаю ее сама себе. Точнее, ладно, не первый раз, в том году я тоже делаю ее сама себе. Но когда он вас ударит? Не при таких обстоятельствах, как бы. Да, он бьет меня, и я получаю преимущество. А у кого это сегодня день рождения?
днем рождения меня. Я не успела на самом деле ничего заснять. Ну ладно. Вот наступил мой день рождения. Я повешала себе гирлянду. Ем торт заслуженный. Пью чай. Торт оказался очень вкусным. Морковный тортик из вкусвилла. Всем советую. Вот. Так что с днем рождения меня. Продолжение влога будет, собственно, самого дня рождения. Чтобы вы понимали, меня Лиза до инфаркта довела. Я тут. Пришла ко мне. Главное, не в 00, как нормальные люди приходят. А в 23 минуты. И я звонила в домофон. Ну и в домофон тоже. Она долбилась. Ты испугалась. Я говорю, она меня инфаркта довела. Так что сейчас будем распаковывать подарок. Вот. И оставайтесь на связи. Тортик. Тортик. Лизы подарили. Да. Подарок. Лизы подарили. Я открыточку потом почитаю. А, ну, тут немного. Тут хорошо. Немного, да. Это очень мило. Да. Нет, там несколько вещей. Оп, да. Это футболочка. Лавандовая футболочка. Да. Он даже пахнет вкусно. Красивая. Так, это я типа надела. Ага. Это я типа обложилась маской. Да. И вот это вот самая главная вещь. Да. Что это? Открывай. Это палетка теней. Да. Я такую не знаю. Или знаю. Или не знаю. Не знаю, но я такую точно. Я искала ее очень долго. Ёпрасте. Я буду открывать. Ага. Вау. Да. Чтобы вы понимали, как бы, уровень. Вау. Да. Вот так. Вообще круто. Спасибо, мама. Добро. Вообще. День рождения, лук, чеснок, как хотите так называйте. Нам футболочка пошла сразу. На борту. Это который вот из списка, да? Да. Все, блин, мы столько этих всех уже. Ты по другому? Да. Ты же хотела разноцветный. Смотри, только очень аккуратно. Я аккуратно. Это свечка в кокосе. В кокосе? Да. Только в дереве видим. Да нет, за что надо плачь. Теперь я понимаю, почему ты завидуешь. Да. Тоже завидовала. Ну, это же я же сама себе. Не ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Ой,
Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществило желание в день рождения твой. Чем пахнет? Мы еще не пили на минуточку. Мы трезвые. Нет. Как жаль. Подожди, подожди, давай. Они были целеустремленные. Давай попросим мужчин кого-нибудь. И наигранно я не могу. Представляете, насколько сильно я сейчас взволнована, потому что буквально через часа два, может быть, три, моя мечта начнет осуществляться. Я просто в шоке. Я мечтала об этом, наверное, не соврать, года два точно. И вот, наконец-то, это случится. Такое волнение, с одной стороны приятное, с другой стороны страшное, и ты не знаешь, как на самом деле реагировать стоит, но предвкушение в любом случае есть, так что я все покажу, постараюсь, по крайней мере, расскажу, и вы увидите, о чем же я говорю. Вот так обстоят дела с яйками. Это наклейки такие. Вот такие красители. Металлик. Не знаю, что получится, но посмотрим. Оказывается, их не нужно было остужать, и нужно было их оставлять в горячей воде. Но кто же знал? Поэтому я кипячу чайник по новой. И залью их кипятком. И красители также нужно по отдельности засунуть в стакан с горячей водой, чтобы они, видимо,
растаяли или все эти блестки размешались. Короче, я не знаю зачем, но так по инструкции написано. Ситуация сюр. Я сейчас стою, режу яйца на салаты. Думаю, а откуда у меня столько белых яиц? Типа, просто мы на Пасху купили 25 штук яиц, но они оказались коричневыми. Я докупала белые яйца потом. Я сейчас стою, режу и такая, типа, а почему тут много белых? И меня нисколько не смутило, что я их почистила. Я когда это поняла, это был просто угар, я не могу. Я еще думаю, блин, а почему о белых так много? Их же не должно быть так много. Типа мы все 10 покрасили. Ой, логика вышла из чата просто. Да, вот это подарочек. Ну и еще один подарочек, он через 15 минут тебе сообщение придет. Вот. И вот. Др. 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 Короче, я написала сначала с ДД. ДД. Я успела это. Да. Спасибо. Ну сегодня по факту уже не день рождения, так что день дня. Да. Все правильно. И это Лиза. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществила желание в день рождения твой. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание. Мы идем этот тусить. Вечер он провел с тобой. Да, я так сказал. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществил желание. День рождения твой. Не так интересно, по-моему. Нет, ну мало что.